20 июня 2022 года, Одесса. Очередная воздушная тревога была объявлена в 7:20, и сразу же прозвучали мощные взрывы. Из оперативных чатов сообщают об одном прилете. Ракета прямо над городом сбила ПВО, ракету. Осколки разлетелись, и говорят, в некоторых домах и окна повыбивало. Люди осколки находят прямо над городом. И это не последний запуск информации из оперативных чатов. То, что еще есть и сбития, и взрывы слышны. И в 7:34 был отбой тревоги, но очень беспокойная и тревожная ситуация. Пройдите в укрытие, берегите себя.